Значит, молодые садоводы дотошные. Это хорошо. Один мой ученик Максим, значит, спрашивает: дядька Саша, а нельзя как-то так сделать, вот чтобы, когда много, ну он планирует много высаживать кизила, чтобы вот эту убрать подвязку, как вот в данном случае вот этот не было. Ну, я говорю, подумай, можно. Значит, вот смотрите на примере, вот эта палочка, это высаживаете дичку. Высаживаете не вертикально, как вот здесь посажено, а садится вот так, под маленьким наклоном на юг. Но ряды должны быть тоже вот так идти ряды. Ну вот так. И тогда прививается глазок, потому что если слишком большой наклон, окулировщице плохо заматывать. А вот такой наклончик, и вот здесь делается прививка, ну здесь, здесь. Ну, самое идеально, конечно, вот 10 сантиметров от земли. Вот. И в том случае глазок, это закон природы, пойдет вот так, ну, вертикально. А вот этот изгибчик, там этих 5-10 сантиметров, через 2 года, даже можно чуть приглубить, никто не будет и знать, и видеть. Вот это такой вариант. Я уже как бы думал над этим, и не только кизил. Но не всегда на это хватает времени, как бы все вечно спешка, гонишь, и поэтому, ну это как один из вариантов. И вот вам подтверждение этой моих слов, идеи этой. Вот смотрите, здесь вот эта опора вертикально поставлена под уровень, а вот посажен был дичок, видите, под небольшим уклоном. И что мы видим? Вот этот небольшой уклон, а почка проросла и не пошла в сторону, а красиво идет вертикально. Значит, все правильно. Надо вот этот угол немножко ставить угол, и тогда намного, ну, себе облегчите вот этот труд подвязку.